ты, я не понял, ты чего возле моего квадрика делаешь? Это ты ко мне? Кому еще? Вали отсюда! Зря ты, малый, ко мне полез. Стоп, стоп, не кипишусь! Погодка сегодня, конечно. Ну ты мой, мой пока свой квадрик. Пока ты моешь, я в магазинчик перееду, хорошо? Хорошо, мам, только это недолго, ладно? Хорошо, но если ты захочешь чего-то вкусненького, то на кухне есть бананы. Не волнуйся, мам, я уже взрослый и сам могу за собой присмотреть. Ну вот и отлично. Блин, жрать хочется. Да и транспорт не нужен. Придется выйти к людям, чтобы менты не спалили. Ой, что-то кушать захотелось. Где там мои бананчики? Предупреждение всех жителей города. Вчера из тюрьмы сбежал преступник по кличке Рамс. Опаньки, интересно. Если кто-то из вас увидит этого человека, ни в коем случае не входить в контакт. А вместо этого срочно вызывайте полицию. Да ладно, кто в эту глушь доберется? Ну что ж, на этом у нас сегодня все. Хорошего всем дня. Походу никого нет. О, то, что нужно. Транспорт. Как бы мне обойти? Блин, да тише ты. То, что надо. Самое то. Ничего себе. Опаньки, это ж надо. Ключики даже есть. Ну все, перекусила. Теперь можно идти поработать. Ну все, по-любому и сегодня на нем поеду. Итак, попробуем. О! Эй, ты, я не понял, ты чего возле моего квадрика делаешь? Вот блин, это кто еще такой? Это ты ко мне? Кому еще? Вали отсюда! Зря ты, малый, ко мне полез. Че ты там ворчишь? Я тебе говорю, не связывайся со мной. Шел бы ты в дом конфетки свои кушать. Стоп, стоп, не кипишуй. О, это идейка, я сейчас проголодался. Вали в дом, будешь меня угощать. Хорошо, хорошо. Давай быстрее, давай вали быстрее. Обувь сними, мама здесь убиралась. Ну ладно, ради твоей мамы. Давай показывай мне, куда идти. О, быстрее. Ничего у тебя здесь так хата. Неужели я покушаю нормально первый раз за 3 года? Давай жрать мне быстрее. Мам, еще не бракодорла обед. Иди кое-что вон, в тумбочке есть конфетки, рулетки. Тащи сюда, я сейчас слона готов сожрать. А пока я здесь кину якорь. Лады, пока твоими конфетками перебьюсь. Сейчас ты мне попляшешь. Ну чё, ты ещё там долго будешь копаться? Давай быстрее, без глупостей. Всё, всё, уже даю. Мутный ты какой-то, малый. Ты чё там делаешь, а? А теперь посмотри, что мой нёрд приготовил для тебя. Малый, ты чё, совсем оборзел там? Закрой, вали из моего дома! Все, все, я понял, я пойду! Топай, давай! Че, малый? Че ты, малый, сразу? Ау, сейчас я обуюсь! Че ж мне, в боссы мне идти? Все, я обулся, спокойно, малый, спокойно, я уже иду!
попробую догнать, малый. Ой. Какой-то борзый малый мне попался. Не на того ты нарвался, сейчас ты покушаешь мой буль. Где он? А, побежу туда. Ничего, сейчас я тебя угомоню. Ух, ничего себе, у него пушка. Что это за дети такие пошли? Вот, держи. Что это такое? Ну, давай же. Получилось. Это стал. Ну где же ты? Уйди отсюда, мой дом, моя крепость. Ха-ха-ха, я еще не такие крепости по кирпичкам разбирал. Теперь у тебя уже ничего не получится, не на того нарвался. Пули закончились. У тебя скоро патрон закончится. Вот малый, что же мне делать? Сейчас я тебя обману. Эй, ты, ворню дачник, ты где? Так, здесь его нету. Посмотрим, кто из нас умнее. Ты у меня еще попляшешь. Главное, чтобы никто не увидел. Где он? Вот, блин, убежал, а я только разогрелся. Ребята, а вы знаете, какую он сторону побежал? Напишите вы мне в комментариях. Не забудьте подписаться и поставить лайк. I wake up, flex, thumb down that, check, no drip this, wet, tell 'em run it up, no sleep, no rest, might crash.